Мы можем видеть все активности, которые производит пользователь, а мы можем пресекать его действия и выбрасывать из сети. Самое интересное, что смартфон Ермак не будет поддерживать ни один из популярных иностранных мобильных сервисов. Нужные программы уже вшиты в память, а все данные передаются исключительно по защищенным каналам. Так что если писать сообщения с этого смартфона, да еще и пользоваться при этом российским мессенджером, то можно не бояться, что доступ к переписке будет иметь кто-нибудь, кроме наших отечественных спецслужб.